В Каспийске ужесточен масочный режим. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 30 тысяч рублей, сообщает Каспий-Медиа. Руководством города принято такое решение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19. По словам врачей, инфекционистов после майских праздников наблюдался резкий прирост почти в 34% пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями. По этой причине участковые городского отдела полиции ведут профилактические мероприятия на предмет соблюдения масочного режима в транспорте, местах религиозного культа, торговых точках и общественных территорий. Много случаев заражения у нас происходит из-за того, что какие-то массовые мероприятия в закрытых помещениях, да, не соблюдается дистанция, неправильное ношение масок, вообще отсутствие масок. Хотелось бы обратиться к нашим жителям, соблюдать дистанцию, носить маски правильно, закрывая и нос, и подбородок.